Россия, как страна-агрессор, не будет миротворцем на Донбассе. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на пресс-конференции, посвященной в том числе инициативе привлечь миротворческий контингент ООН. Пресс-конференция прошла после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины принял обращение к Евросоюзу и ООН о развертывании миротворческой миссии в стране. Хотел бы твердо подчеркнуть, Россия, как страна-агрессор, не может и не имеет права принимать участие в этой миротворческой операции. Мы не согласимся на такой формат миротворческой миссии, который должен легализировать многотысячный российский контингент. Представители ДНР на предложение ввести миротворцев отреагировали неоднозначно. В самом начале, когда начинался весь этот конфликт, мы предлагали тогда еще Российской Федерации и всем странам, которые входят в Совет Безопасности, чтобы они рассмотрели вопрос и ввели сюда миротворцев. Тогда было нам отказано. Но если хотят ввести, мы не против, пусть вводят. Позже Басурин пояснил, что имел в виду миссию миротворцев на линии разграничения, но никак не на границе с Россией. Его слова подтвердил и другой представитель ДНР Денис Пушилин. Минские соглашения не предусматривают ввода миротворцев в зону конфликта. Киев считает, что полицейская миссия Евросоюза может стать оптимальным гарантом безопасности на востоке Украины. Сепаратисты ранее предлагали ввод миротворцев ООН. Однако подчеркивали, что ведущую роль в миссии должна играть Россия. Екатерина Кочкина. Настоящее время.